Как будто игрушка. Да, да, кнопочка есть. Интересная какая ты. Может, это прокана? Царевна лягушка? Да, лягушка такая красивая. Она просто смелая. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Вітаю вас із Черкас. Сьогодні ми з вами їдемо в Корсунь Шевченківський заповідник. Це наше одне з улюблених місць на Черкащині. Александр Андреевич. Таблиця святих первых верховных апостолів Петра и Павла. Вот можно свечечку запалить. Мы идем. Что там, Дима? Он нарисовал карту, и мы идем по карте. По карте. Ух ты. Так, сейчас куда? Мы здесь находимся. Так. А идем? Куда идем? Помолиться. На мостик идем. На мостик идем, да? Нет, помолиться. Это динозавр такой. А, понятно. Так, ну, добрый день. Пошли нас. Ай, пойдем, давай сюда. Вон, сюда идти, да? Вот. Тут такой интересный будиночек. Давно уже стоит. Знаю, чи живе хтось тут, чи не живе. Ну, мабуть, живут. Ми йдемо сюди, можна і туди піти, там теж є хороший пляж. Яка природа. І у нас час обіду. Піца Мілана фірмова. Ха! Кефірі тобі. Чим мені це смакує?
Смачно? Ну чё? Ого, много там. Без всякого разрешения. Тихо, она сейчас. Ну, Дима, не пугай. Ну, не пугай. Какой красивый. Там у нее зелененькая полосочка на спинке, да? Да, зеленый. Только... Можно не пугать? Я хочу. Мочка. Хочешь дотронуться к лягушке? Она поняла, что мы что-то за ее спиной там. Какие у тебя лапки мясистые. Миша, супчик кинуть, да? Мишка, ты понимаешь, ты на тысячную Звезда. Аудиторию да. попадешь? А вот так сидела... Полтора тысячи. А вот как мне поверить, сидел человек в болоте, а тут продюсер. Такая... Вы хотите? И звезда. Быть звездой. Мачка. Мачка. Вон надуть, вон бликать. Цветочек. Зачем ты будешь хватать? Палочка ее по. Ну зачем? Сильфо, забудьте. Она не убегает далеко. Ты едел, да? Димка, берешь? Вот тихо. Она заурчала. Да ты шо? Значит, она ей не нравится. А что, ты за ножку? Да не, просто за брюшко так. Тут у нее там кнопочка, слышишь? Просто пальцем по спине, только дотронься. Как игрушка, да? Да. Типа рвося. Рвося. Первый раз такой за всю жизнь. Мне нравится задняя лапа. Да не делает. Она какая-то ручная. Ну, дай тебя поглажу. Она росая, да? Да. Ты ей нравится, что ее гладит. Урчит как. Он? Кто здесь делает маску? Лоит. Ну, да я. Давай. Ну аккуратненько. Я просто гладь ее. Просто погладь ее. Как будто игрушка. Да, да, кнопочка есть. Интересная какая ты. Может, как она? Царевна лягушка? Да, лягушка такая красивая. Она просто смелая. Красивая. Дедушка сколько видел, такого я не видела. Гарно. Царевна лягушка. Ты что, хочешь к нам пойти? Поехать с нами? В Черкасы? Так лягушка путешественница же была. Не только царевна. Куда? Смешная. Я же не хочу. Все, хай сидит, отдыхает. Греется, наверное, на солнышке. Ну все, все, скажи, надоели. Хватит уже. Только ей. Все, полетели.
Кукольчики. Кукольчики. Кисочки. Ага, да. Кисочка. Ну вон еще один. И еще один. Трошки покупались, дуже жарко сьогодні. Ми приїхали покупатись на річці. І зараз ми прийшли на джерело набрати трошки водички, попити джерельної водички. Есть водичка, да? Да. О, кружку кто-то повесил. Чашечку. Чашечку повесил кто-то, да. Можно набрать и попить. Тільки бджоли гудуть. Яка краса. Тиша. Там он рибак сидить потихеньку ловить рибку. Там качечки гріються. Гріються на сонечко. Ціла сімейка. Тут так затишно в цих місцях. Стільки зелені тут, стільки різноманітних дерев, трави. І особливо в таку спеку тут так прохолодно. Так приємно йти. Дуже класно. Так, я не напала. О, все. Нет, не садись на камень. На. Таке у нас зараз приключення. Поставили в машині кока-кола, нагрілася зараз. Дождіть, не доставайте. На колесочку. Да. Ну і що? Поставили. Ні, ну ти підходь, тільки не до... Не доставай, ставили в фонтані тут эту кока-колу теплу. Зараз подивимося, вона тут. Осталась вона тут чи ні? Є. Ну підожди. Гонлять. Поки ми сходили на джерело, то вона тут трошки охолола. Давай. Ну-ка. Вона охолола? Да. Прохолодна? Да. А то була прям гаряча, в машині нагрілась. Попробуй. О, клас. Да. Пішли зараз будемо пити. Дякуємо. Ура! Складывай. Складывай. Пока лес. Да.
Корсу. Редька, пока редька. А же Корсу не пока. Пока редька. Еще будем речки. Да, тут купаются.